Волка пытался догнать и обогнать на заснеженной дороге кустанайские автолюбители. Видео погони прислали новую редакцию наши зрители. Сообщается, что оно снято в Сырокольском районе и представляет собой предупреждение местным жителям о появлении хищников вблизи населенных пунктов и на проселочных дорогах. У людей, находившихся в машине, возникали сомнения по поводу вида животного, но по мере приближения к нему они убеждались, что это все же волк. Насколько нам известно, видео уже изучали специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства, которые подтвердили, что запечатлен именно дикий хищник. Погоня длилась больше полутора минут. Чем закончилась ситуация, неизвестно. Надеемся, что никто не пострадал. В кювет Кустанайской области слетел КАМАЗ, груженный коровами. По данным областного департамента полиции, из-за морозов дороги как областного, так и республиканского значения были перекрыты для грузового и общественного транспорта. Но 13 декабря в Мендогоринском районе водитель КАМАЗа на объездной автодороге Кустанай-Веденка попытался объехать полицейский пост и из-за гололеда съехал в кювет. Полицейские бросились помогать и при проверке документов выяснили, что на 11 из 26 коров справки были просрочены, о чем уведомили ветеринарную инспекцию. Водители и животные не пострадали. Грузовик полицейским пришлось до утра охранять, а утром помогать и вызволять из кювета. За день до этого происшествия недалеко от пригорода Лисаковска, поселка Октябрьский, участковый инспектор полиции в 5 часов утра отбуксировал автомобиль, который застрял в снегу, за что получил благодарность от водителя и пассажиров. В департаменте полиции во избежание несчастных случаев призывают водителей не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий и о перекрытии автодорог. 2500 разыскиваемых преступников с начала этого года задержали сотрудники криминальной полиции МВД Казахстана. 34 из задержанных убийцы, 17 разбойники, 84 грабители, 10 вымогатели, 11 насильники и 87 наркопреступники. К примеру, в июле на территории республики оперативники задержали мужчину, который разыскивался за совершение убийства в 2018 году в Дубае. Поиск уголовных преступников ведется не только внутри страны, но и за ее пределами, для чего используют возможности Национального бюро Интерпола. В результате на территории США, Швеции, Германии, Турции, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья удалось задержать 70 преступников и установить местонахождение еще 36 разыскиваемых лиц. А на территории Казахстана найдено 374 уголовных преступника, разыскиваемых правоохранителями других государств. Кроме того, в текущем году полицейские нашли в кратчайшие сроки более 13,5 тысяч без вести пропавших граждан.